حديث برب محمد صلى الله عليه وسلم قال حرم الله على النار الله سبحانه وتعالى حرم запретил сделал حرامом аду то есть по отношению к аду Аллах запретил то есть бывает Аллах нам что-то запрещает людям запрещает что-то сделать дозволено и Аллах سبحانه также своему творению как аду запретил то есть никогда не зайдет в аду вот три качества каждому легкому человеку лейгирин мягкому человеку قريب من الناس и близкому к людям человеку и человек он легкий в отношениях в нем нет вот этого, знаете, там усложнения. Бывает иногда человек с какими-то мелочи усложняет или делает вид, что что-то не понял, как-то себя так ведет. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда старая пожилая женщина постеснялась подойти к нему, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, прочувствовал и сказал, «Хади, яди фи ядики, моя рука в твоей руке, возьми мою руку и по любой дороге Медины веди меня». И потом сказал, «Поистине я сын той женщины, которая кушала сухой хлеб в Мекке». То есть он не сказал, «Я пророк, я познаю». И лейгин мягкий человек. Аллах Субхану ва Тааля говорит пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям: "Фабима рахматин мин Аллахи линта лахум, ва лау кунта фаддан галидаль калби ланфаддуу мин хаулик". Помилуйся Аллаху Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Твое сердце было мягкое по отношению к ним, по отношению к неверующим. А если бы ты был жестким, то бы все бы от тебя отвернулись. Мягким должен быть Субханаллах. И третье, قريبين الناس, близок к людям. Какой бы ты высоких вершин не достигал в этой жизни, какой бы должности не было, должен быть с людьми, как был пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. То есть вот эти есть три качества, шейх Ибн Уман, уважаемые братья и сестры, если мы будем практикующими мусульманами с вами, практикующими верующими людьми, если у нас три качества будет, это легкость, мягкость и близкость к людям, то не зайдет в ад, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям.